12-летний опыт работы на полях Южного Урала в весенний полеводческий сезон научил меня одной фразе: «Сей в грязь будешь князь». Потому что, ну, земля набирает влагу, и, соответственно, уже теплая земля будет способствовать быстрому прорастанию ваших семян. Либо картошки, либо чего угодно. И вот сегодня в небольшую грязь мы приехали сюда, на Карла Маркса 194, в Академию инструментов, с той целью. Нас попросили: а могли бы вы продемонстрировать сверхнадежную технику, которая продается здесь? Так вот, оказывается, сверхнадежная техника существует. И вот он, корифей, почти Мерседес в ряду мультикультиваторов. Потому что за 12 лет работы никаких нареканий. Обратите внимание, кто-то может сказать: ну как вот, неудобно, наверное, нужен джип для того, чтобы перевезти. Но я скажу, что хватит и Toyota Alex, допустим. Или другой вариант, у которого багажничек небольшой. То есть два болта, фреза снимается, удобные ручки для транспортировки и четырехтактный двигатель. Четырехтактный двигатель, то есть не надо добавлять масло. Просто бензин заливаем, свечку, соответственно, тоже чистить не надо. Потому что двигатель Bridge and Station сверхнадежен. Как он заводится? Заводится легко. Так, ну и теперь поехали. Опять же, в первый раз, в первый класс и тест-драйв. Ох, как прыгает-то быстро, а? Да, эта техника меня удивила. Хотя на максимальные обороты я ее не выводил. Так, давайте посмотрим глубину вскапывания. В принципе, уже готово для посадки картошки. Закопали и все. Да, 15 секунд, 2 метра. Теперь понятно, чего мне в жизни не хватало. Так, ну здесь есть, конечно, не только эта техника. Обратите внимание, сколько ее. Разный. И мотокультиватор — это уже друг ваш, помощник и почти брат. Потому что, ну, никаких усилий у меня он не вызывал. Только слегка приподнимаю, и он уже прыгает. За очередной порцией грунта. Наша задача чуть более глобальна, чем просто реклама. Просто реклама не даст ощущения простоты, удобства и надежности. А главное, доступности такой техники. Абсолютно серьезно могу утверждать, что, соблюдая технику безопасности, и мотокультиватором, и бензопилой может работать и 13-летний пацан, и бабушка. Потому что физические усилия, потраченные на вскопку поля, распиловку мусора, на порядок тяжелее. Но работая с бензо- либо электроинструментом, нам необходимо учитывать фактор надежности. Ну что ж, в каждом доме, кроме соковыжималки и мотокультиватора, теперь должна быть еще и бензопила. Сейчас бензопил очень много. Какую выбрать? Ну, тут на вкус и цвет товарища нет. Я любитель америкоса, вот и выбрал 20-дюймовую пилу Крафтсман. 55-кубовую, двухтактную, разумеется. Ну, поехали. Человек, бензопила! Как оно? Быстро, да? Да. Ну, вес этой бензопилы примерно 7,5 килограмм. Справится даже девушка. Так что весь ваш мусор, типа старого забора, если вы только оттуда гвозди повытаскиваете, перепилится легко. Но этой техникой можно пилить еще и дрова. И вот вы уже полностью оборудованы. Вместе с Академией инструмента, которая располагается на Карла Маркса 194. Редкий автомобиль может проехать 10 тысяч километров без необходимости технического обслуживания. Редкое авто в течение 5 лет не попадет в аварию. В Академии инструмента собрана техника, призванная служить не год, и не два, и не три. И вопрос качества в выборе товара здесь стоит на первом месте. Если ваша бригада решила заработать деньги, построив домик в деревне. Кстати, домик в деревне строится всего за 2 месяца полностью, из кругляка. Вот. То вам, конечно, нужна будет не только одна бензопила и один комплект цепей. Разумеется, если
грамотно подходить к делу, а в Академии инструмента грамотно подходит к делу, здесь есть все, в том числе и запчасти, и удобства.